Действие старых антибиотиков усилили так, что бактерии потеряли устойчивость к ним. Врачи и ученые бьют тревогу. Слишком активное использование антибиотиков привело к устойчивости бактерий к ним. Но российские ученые предлагают новаторский подход. Вместе со старыми антибиотиками использовать подавители, ингибиторы ферментов, защищающих бактерии от внешней угрозы, в том числе от антибиотиков. Таким образом, отпадает необходимость создавать новые антибиотики, расходуя на это много денег и времени.